Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировчане задолжали 200 миллионов за свои квартиры, дачи и машины. В УФНС подсчитали поступления от имущественных налогов в 2020 году. Внесли налогоплательщики почти 1 800 000 000, а долг превышает 200 миллионов рублей. Налоговики предлагают, чтобы избежать долгов, пользоваться сервисом «Единый налоговый платеж». Это деньги, добровольно перечисляемые в бюджетную систему, из которых будут взяты средства счет уплаты НДФЛ, транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физлиц. Перевести средства можно с банковской карты через личный кабинет на сайте ФНС или через портал госуслуг, указывается ИНН и сумма, которую нужно перечислить. При наступлении срока уплаты деньги распределят по видам налогов и спишут. В прошлом году таким сервисом в Кировской области воспользовались почти 1500 налогоплательщиков. Программа «Экономика». Кировчанам стало труднее справляться с кредитами. По уровню платежной дисциплины Кировской области занимает 19 место. Рейтинг составили эксперты РИА. Доля просроченных кредитов на начало 2021 года в нашем регионе выросла на 0,4 процентных пункта и приближается к 4%. Средняя цифра по России – 4,38. Самая низкая платежная дисциплина в республиках Северного Кавказа – 7,5-8% доля просроченных кредитов. Меньше всего проблем с погашением кредитов в Ненецком автономном округе. В Кировской области долг в расчете на одного экономически активного жителя 226 тысяч рублей. Лидер в стране Ямало-Ненецкий округ 550 тысяч. Самые маленькие цифры в регионах, где хуже всего с погашением долгов, в Ингушетии, Чечне, Дагестане 30-60 тысяч рублей. Экономика на 101 FM. 3000 кировчан за два месяца служба занятости нашла работу. Общее число безработных сейчас 14,5 тысяч. Цифра с января сократилась на 8,5 тысяч человек. На Киров из 3000 трудоустроенных приходится 1200. Некоторых направляют на обучение востребованным у кировских работодателей специальностям. В центре занятости такими называют водителей категории D, водителей погрузчиков, парикмахеров, портных, токарей. Тем временем российские власти хотят доплачивать работодателям, если те будут брать на работу людей, уволенных во время пандемии. За каждого человека хотят давать 3 МРОТ. Ожидается, что новая программа позволит трудоустроить не менее 200 тысяч официальных безработных. Экономика. Завершение в валютах на сегодня. Доллар 73 рубля 79 копеек, официальный евро 88.94. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.